нехотя поговорили о ситуации в ЖКХ на дорогах и ЧС. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Юрий Палтусов доложил о том, что в жилищно-коммунальном хозяйстве республики все великолепно, и коммунальные ресурсы аварийно отключались за минувшие 8 дней всего лишь один раз. Ну, так он утверждает. Еще Юрий Палтусов рассказал, что 467 тысяч жителей Республики Башкортостан на прошедшей неделе были привлечены к субботникам, то есть почти полмиллиона способных приносить пользу обществу человек, причем приносить пользу по специальности, были вынуждены принимать участие в субботниках вместо того, чтобы исполнять свои обязанности и свою работу делать по месту службы. В республике продолжается проведение субботников и дней чистоты. С начала весны собрано и вывезено более 8 тысяч тонн мусора. Участие в мероприятии приняли 467 тысяч человек. И только 3060 дворников делали это по службе, как говорится. Вот такое нерациональное расходование трудовых ресурсов почему-то в Башкортостане считается заслугой и достижением. При этом Юрий Палтусов почему-то не сообщил о том, что Министерство жилищно-коммунального хозяйства, как нам стало известно, в последнее время ведет неустанную и плодотворную работу по документальному обоснованию существенного повышения платы за отопление в следующем сезоне. Ну, наверное, Юрий Палтусов постеснялся пока об этом говорить, и осенью для жителей Башкортостана будет приятный сюрприз.